Здравствуйте! Приветствую друзей и гостей своего канала. Сегодня я буду готовить один из любимейших мной рецептов куриной печени. Ну а на гарнир у меня будет гречневая крупа. Значит, что мне понадобится? 0,5 килограмма куриной печени, репчатый лук, порезанный кубиком, 1 морковь. Использовать можно и сметану, и майонез. Сегодня в моем случае я буду использовать майонез. Такой кусочек лимона, лавровый лист, перец душистый, перец горошком, по несколько штучек. Вот у меня в кастрюле налито 1 литр воды. Вода кипит. Я в эту воду добавляю печень. Вода с печенью закипит, я уберу накипь. Плиту я уменьшила. Добавляю сок лимона, выдавливаю, насколько это возможно. И добавляю сам лимон, бульон. Кладу лавровый лист и перчики. Добавлю соль, где-то вот столько. Печень будет у меня вариться где-то минут 30. Я насыплю гречневую крупу в стакан. Ну, где-то вот так мне хватит. Пересыплю в кастрюлю. Гречневую крупу я промыла, залила водой комнатной температуры. Теперь она у меня постоит минут 15. А я пока буду нарезать морковь вот так соломкой. Прошло 15 минут, и я поставила гречневую крупу вариться. Хочу сказать, я пробовала и варить сразу после мытья, но вот такой способ мне понравился больше, когда гречневая крупа немножко постоит в воде, а получается разваристей и вкусней, по моему мнению. Гречневая крупа закипела. Добавлю соль по вкусу. Варить я отваривала минут 5. Потом я выключила плиту. И вот такая получилась гречка. Я убираю ее в сторону. Ставила сковороду на плиту. Налила масло. Добавляю морковь, нарезанную соломкой, и буду обжаривать ее до готовности. Начнет обжариваться, плиту уменьшу. Морковь почти готова, добавляю лук. Помешаю и добавлю приправы прованские травы. И все вместе еще буду обжаривать до готовности. Вкладываю в тарелку готовую печень вместе с лимоном.
процеживаю бульон в любую емкость. Бульон очень ароматный, вкусный. Я вот оставила 400 миллилитров где-то. Добавляю в этот бульон, ну, я и со сметаной, и с майонезом делала. Но сегодня вот у меня нету сметаны. Я добавлю пару ложек майонеза. Хорошо размешаю майонез в бульоне. Я добавила куриную печень с лимоном. Добавляю бульон с майонезом. У меня где-то здесь 400 миллилитров бульона было. И сейчас я все это вместе кипячу еще минут 5. Аромат на всю комнату. Лимон я убрала, попробовала на соль и решила немного подсолить. Солим по вкусу. Но это блюдо, конечно, для тех, кто любит лимон. Можно поменьше лимона добавлять. Это все готовится кому как нравится. Ну и все, через пару минут я уже все выключу. При желании можно использовать, конечно, весь бульон. Бульон вкусный. Печень по такому приготовлению получается очень нежная. Она прямо тает во рту. Получается очень вкусно. Хочу поблагодарить всех и друзей канала, и гостей канала за лайки, подписки и комментарии. Желаю всем здоровья, мира, добра. Пока-пока.